Потьминском психоневрологическом интернате живут около 200 воспитанников. Это и взрослые, и дети. Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет, отведено отдельное здание. В нем находится и отделение милосердия. В субботу с благотворительной акцией туда отправятся добровольцы волонтерской группы «Движение навстречу». Там дети либо лежачие, либо с серьезными патологиями, настолько, что некоторые дети не понимают, что вокруг них происходит. Поэтому такие дети, конечно, не видят разницы, приехали, не приехали. Они просто чувствуют, наверное, блага цивилизации, скажем так, которые мы привозим. То есть подгузники, вот влажные салфетки. Волонтеры очень тепло отзываются о своих подопечных. Каждую встречу и дети, и взрослые ждут с нетерпением. Есть очень эмоциональные дети, то есть они, конечно, радуются, сразу видно, что они ждут, они узнают тех, кто часто ездит. Если они что-то не понимают, они компенсируют все это эмоциями. По ним, конечно, видно. В этот раз волонтеры везут своим подопечным средства гигиены, памперсы, влажные салфетки, пеленки. Также детям необходимы бутылочки для кормления, поскольку из-за патологии некоторые воспитанники Потьминского интерната не могут самостоятельно есть. Передать пожертвования или присоединиться к поездке в Потьму могут все горожане. Подробности по телефону 2-74-12. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.